отношении объектов культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения промышленно-художественная усадьба Тенишевой. Значит, я кратко объясню вам причину проведения этого совещания, а также то, почему я дал поручение в свое время Николаю Михайловичу, своему заместителю, Ольге Ивановне Корсаковой, начальнику департамента, значит, заняться этой проблематикой. Как некоренной землянин, я пришел в ужас от увиденного и от того, что коренные смоляне, к моему стыду за них, до момента того, как вот я решил заняться этой проблемой, ею не занимались, или занимались только исключительно в теоретическом аспекте. Ходили, охали, ахали, вздыхали, а может быть и не ходили. Это стыдно. У нас это жемчужина в нашей области, это всем не нужно здесь объяснять. И то, в каком он находится состоянии, это позор для нас с вами, для власти имущих, как и для всех смолян, которые так или иначе к этому имели отношение. Поэтому я поручил заниматься этим вопросом. Я считаю необходимым, уважаемый Николай Михайлович, уважаемые коллеги, значит, чтобы для нас было честью за период работы нас с вами в смоленской власти решить проблему и привести данную усадьбу в вид соответствующий.